Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваня Плей. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Drunk Boom Run. Я не знаю, что это за игра, но там на видео, на скриншоте какой-то алкаш Михалыч. И давайте попробуем поиграть. Так, что у нас тут в главном меню? Есть какой-то бухой алкаш. И три гранаты какие-то. Рейд можно поставить. Тут какой-то город заброшенный. Я эту игру нашел в гугле. В гугле нашел ее. Просто Drunk написал. Просто пьяные игры. И вот нашел вот такую игру. Короче, давайте мы ее сейчас начнем играть. Не понимаю вообще, что тут происходит. Тут все что-то горит. Тут какие-то костры. Я за какого-то Михалыча играю. О, как тут управлять? А, надо телефон наклонять. Ой, ненавижу такие игры, где надо телефон наклонять. Так, это что? Ой! Так, погодите, надо... Новый рекорд! Блин. Какой новый рекорд? Я еще даже не начал играть. Короче, давай... разбираться. Так, это, по-моему, жизнь, что ли, наша? Вот его рожа, которая была. Я, наверное, на скриншоте подставлю превьюху игры, чтобы вы поняли, почему там на роже был такой алкаш! Что там за машина прилетела? Что за Михалычи валяются? Я за алкоголика играю. Михалыча. Михалыч бегает. О! Михалыч, куда ты свой запорожец? Куда он на своем запорожце полетел? Не знаю, зачем, куда он летит так? И почему весь город разрушенный? Ну, это, наверное, типичный русский город, потому что все время русские города такие... просто все. Ой, блин, я что-то насмотрелся на этого чувака. А ну, подождите. Короче, продолжаем играть. Давайте еще раз рестарт. Еще раз попробуем. Надо разобраться все-таки. Так, что это у нас? Прыгать! Прыгать. Только у нас жизни что-то отнимаются, когда мы прыгаем, ладно. Ой, блин, гранаты. Там еще была граната. Надо гранату потестировать. Мы обязательно протестируем гранату. Мне понравился этот Михалыч, какой-то Михалыч. Какой-то Михалыч, дед Семен, что ли. Господи! Господи, машина с небес прилетает. Оу! Офигеть, все взорвалось. Охренеть. Давайте попробуем гранату кинуть. Оу, бомбануло так, ладно. Господи, алкаши ходят везде, ну господи. Харькают что-то там, подбирают всякое говно. Непонятно ничего вообще. Короче, давайте посмотрим дальше. Да, давайте дальше играть. Ну, Михалыч реально пьяный, согласитесь. О, арбуз мы раздавили. Ну, Михалыч реально пьяный. Тут алкаши и Васи ходят. Какие-то с водкой. О, шампанское. Взял шампанское тут. Ой, блин, опять там машина все громит, ну господи. Весь город уже в разрухе из-за этих машин, господи. Короче, продолжаем. Ай, блин. О, что это такое? Меня крутит, вертит, и все. Все разбивается, все горит, капец. Беги, беги. Новый рекорд, 136 уже, офигеть. Наклоняюсь. О, Михалыч, ты куда едешь на своем запорожце? Михалыч! Оу! Господи, тут везде разрушенные машины. Тут ржут алкаши какие-то. И везде разруха. Посоветую эту игру Максу Плею, если ты посмотришь. Господи, пошел нафиг, алкаш. Ржет, как свинья вонючая. Так куда ты едешь? Куда вы едете все? Объясните мне. Оу, я ударился об лавочку. Понятно. А куда эти алкаши едут, у меня вопрос. За пивком, что ли, такие, в магаз? Блин, тут буханки всякие разрушенные. Жигули тут, запорожцы. Ой! Ну, блин, на Михалыча. Может, граната пригодится, чтобы убирать объекты? Нет. Не, просто вот так вот кинуть гранату, и оно отлетит. И там какой-то алкаш разбил бутылку! Куда ты едешь? Семен Петрович, куда ты едешь? Так, давайте попробуем. Ой, алкаш набухался. Господи, тут все разрушено. О, я стукнулся об алкаша и сдох. Алкаш... У жизни это город алкашей. Поздравляю. Алкашкаленд. О, машина, наверное, из-за этого запорожец. Чего на запорожце едет, катается?
Катается тут на Запорожце, кайфует. А я тут бегаю. Ай, блин. Капец. Тут даже нормально вот это управлять нельзя. Если что, я напишу название игры, если вы хотите. Но это ее Play Market удалила. Она была в Play Market. Ну, ё-моё, ну хватит. Оу. Так, Михалыч отошел в сторонку. Тут батя ходит за сыном. Господи, тут сколько тут развалюх, блин. Дебил убьем. Господи, хватит. Господи, у него машина загорелась. Ему пофигу абсолютно. Ладно, погнали, да. О, иди нафиг, иди нафиг. Ты куда ты едешь? Сходи, алкаш гребаный, смотри, куда едешь, блин. Напился такой водки, сидит такой в своем Запорожце и ездит, куда попало. О, что за... А, она мне здоровье пополняет, теперь у меня полное здоровье. Давайте мы попробуем, блин, попробуем много рекорд сделать. Будет прикольно. О, граната. Ай, ай, блин, гранату просрал. О, я опять взорвался. И Михал, и алкаш тоже взорвался. Короче, давайте заново. Везде машины разрушенные, какие-то заброшенные. Но мне эта игра понравилась. Она такая сумасшедшая, трешак какой-то. Кто там ржет? Слышали? Вот это. Блин. Алкаш Ляндия. Ай, блин. Я такой стукнулся о плавочке. Она такая развалилась такой. Михалыч такой. Михалыч бухает. Короче, игра очень странная. Ой, блин. Я опять врезался и просрал все гранаты. Мне срочно нужна одна граната. Тут опять эта буханка горит какая-то. Везде тут что-то горит. Даже почти... Ящик... Ой, пошел нафиг. О, Запорожцы! Гон... Ой, пошел нафиг. Граната. Лови аптечку. О, там я все там... Я там еще хуже сделал обстановку. Ладно, давайте дальше. Давайте мы еще пару раз поиграем. Это русский Subway Surfers. Subway Surfers по-русски, как говорится. О, там кто-то врезался, и машина у него загорелась. Дебилы какие. О, забор такой сломал такой. Михалыч едет такой по дороге. Пошел нафиг. Господи, тут такой трещак происходит. Тут алкаш. Че ты ржешь? Он прям на меня пальцем прям показал, этот алкаш. Ох, сейчас и... Машина, задави какого-то алкаша. Блин. Перевернулась, блин. Охренеть. Куда? Блин, они что, зрение потеряли? Дерево обвалилось, господи. Господи, тут вообще... Я спотыкнулся об дерево и шлепнулся. Ладно. Реально чувак выглядит как русский Михалыч. Это типичная Россия. Типичная Россия. О, граната. О, па-па-па-па. Лови аптечку. Оу, я его окончательно там добил. О, на Запорожце своим там непонятно едет. Все, умер там он. Так пошел нафиг. Что вы тут делаете, объясните. У вас тут коварный план какой-то. Вы захватили город уже, все столбы обвалили. Интернета, я думаю, тут тоже нету. Странная игруля. Но я хочу побить тут рекорд в этой игре. Мне эта игра понравилась. Если вы хотите, чтобы я снял продолжение про этого симулятора Михалыча, поставьте, пожалуйста, мне лайк. О, опять прилетел. Беги. Ай, блин, я опять врезался. Симулятор Михалыча не такой уж и плохой. Если нормально научиться играть. Блин, буханку врезался. Мне жалко буханку. Она и так уже горит, бедная. Хватит ржать и умирать от поноса. Вы чё? Как у них вообще эти запорожцы едут? Они ж такие разрушенные. Вот там машина вообще в столб врезалась. Капец. Беги. Капец. Бомжары тут всякие ходят. Ну, алкаши. Алкашня тут. Город алкашей. Ни одного нету тут такого трезвого человека. Город алкашей. Симулятор Михалыча, короче. Симулятор Михалыча. Господи, куда эти все Михалыча торопятся? Михалыча торопятся домой. Я этого человечка скинул.
этого пьяного дебила. Дебила? Тут не. Тут разруха. Разруха. Вонючая. И гранаты надо взять. Во, гранату. А ну-ка, Иван Михайлович! Да. Они точно не умеют. Зашанял каши. Взяли какую-то машину тут целую. Такие катаются, блин. Такие катаются. Я не знаю даже, какая тут самая уцелевшая машина, но... И так сойдет. Ну, господи, хватит ржать, вы меня заколебали уже. Чё смешного? Чё смешного? У вас тут апокалипсис! Прям на бомбу приземлился, и все подорвалось. Охренеть. Какой экшен? Какой экшен? Надо фильм снимать. Голливуд. Голливуд. Русский Михалыч называется будет. Ой, блин, я пнул камень. И ударился. У меня теперь нога. Я слышу его. Господи, он обосрался от поноса и умер. Так, так. Бутылочку с водкой берем. Господи, господи, господи. Пошлите в баню эти все алкаши. Блин, я хотел взять там аптечку. Так, я должен еще немножко продержаться. Немножко, немножко. Граната. О, бочка отлетела. Повреждения тут все-таки есть. Рекорд новый побить. Пошел нафиг. Ай, блин, тупой забор. Сломал его, и я от него спотыкнулся. Все, давайте последний раз поиграем, и все, будем на этом заканчивать. Потому что игруля очень затягивающая, и смешная, и прикольная. Угар, короче, с этих бомжей, алкашей, и все. Вывод, никогда не пейте. Вот, вот уже пиво-апокалипсис случился. Тут всякие Михалычи, Петровичи ходят теперь. И все разваливается. Все, никогда не пейте водку. Никогда не пейте водку. Иначе это приведет к его апокалипсису. Офигеть. Так, убиваем алкаша. Такая машина горит. блин. О, граната. Ай, блин, упал и шлепнулся. Все, ладно, давайте будем на этом заканчивать. Если вам это видео понравилось, рекомендуйте его друзьям или кому-нибудь там из класса своего. Рекомендуйте, короче. А с вами был я, Ваня Плей, и алкаш Михалыч. Всем пока-пока.